Ой, на самом деле это было мега позитивно. Я так давно не получала такой заряд эмоций. Дети, они все очень эмоциональные, все очень жаждущие победы. Вот. Да, пока еще не все умеют, но у них все впереди. Главное, это желание. Вот. И на самом деле было здорово. Я была рада стать частью этого. Это доводилось крайне редко. Тогда, в то время, это было уже больше 20 лет назад, и поэтому, как бы, да, увидеть профессионала так вот, ну, вот как они, да, видят нас, понятно, что мы там, может быть, не суперзвезды, но тем не менее, я таких людей практически не видела. Это случилось гораздо позже, когда я стала уже старше, когда уже что-то умела в волейболе. Я надеюсь, они осознают, как бы, да, что мы стараемся сделать для них. Вот. И я очень надеюсь, что им это поможет определиться в жизни.